Более 160 жителей еврейской автономии привлекли к административной ответственности с начала пожароопасного периода. Сумма штрафов составила более 100 тысяч рублей. Сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды. В районах собирают специальные сходы граждан, где сельчанам разъясняют требования соблюдения правил в этот особый период. Большое внимание уделяется садоводческим товариществам и фермерским угодьям, где риск возникновения огня наиболее велик. Специалисты ведут мониторинг ситуации ежедневно, им помогает современная техника. Все точки задымления фотографируются со спутника и отправляются в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по региону. Кроме того, к наблюдению привлекают беспилотные летательные аппараты.